Всем привет! День чудеснейший просто. Понедельник, да, сегодня понедельник. Я сейчас смотрю в камеру, но вас не вижу. Солнце настолько светит ярко, настолько весна. Сейчас вот так вот. А вот так я вас вижу. Но мне туда не надо. Мне надо в другую сторону. Поэтому я иду сюда. И не могу снять очки, потому что я тогда вообще могу наткнуться на что-нибудь. Просто, просто волшебный, волшебный день. Как у вас? Напишите, какая у вас погода? Многие писали, кстати, что холодно, а вот у нас тепло. Представляете? Как классно. Может быть, конечно, все еще изменится. Это не важно, что будет завтра. Важно, как сегодня. Сегодня очень классно. Ой, я сейчас могу снять очки, по крайней мере. Нет, не могу. Посмотреть вам в глаза. Я не знаю, почему. У меня сегодня какое-то такое приподнятое настроение прямо вот с самого-самого утра. Замечательно. А знаете еще какой секрет есть небольшой? Ну, у меня в том числе. Как создавать себе настроение и реально чувствовать это настроение. Не просто создать искусственно, а прям чувствовать его. Нужно наполнять каждый день какой-то эмоцией классной. Вот почему, когда всем рекомендуется путешествие и перемена мест? Ты получаешь эмоцию новую. Новая эмоция – это прилив адреналина, эндорфина, чего хотите там. Всех вот этих вот положительных составляющих, которые нам так необходимы для классного самочувствия. Когда ты каждый день только проживаешь в себе, ну там вот каждый день похож на день сурка, да, и ты как бы такой, ну, постоянно, ничего нового, ничего хорошего. А что в моей жизни хорошего? Так посмотреть объективно, вроде бы как и ничего. Потому что, ну, часто такое бывает ощущение, да? И вот, сейчас зеленый светофор перейду и вам дальше буду рассказывать. Новые эмоции, они позволяют растягивать наше субъективное время. То есть, вот это, о чем я говорю? То есть вот этот момент, вернее, жизнь в моменте, здесь и сейчас, это субъективное наше время, когда мы реально наслаждаемся жизнью, живем. И вот эти положительные эмоции, они влияют на наше состояние, на продолжительность нашей жизни, на здоровье в том числе. А когда ты, в общем, прошло там несколько недель, и ничего вроде хорошего, и нечего вспомнить, никаких эмоций новых, и тогда какой-то грустнячок. Поэтому, а вы скажете, а как же, Лена, каждый день находить эмоции? Надо учиться находить что-то хорошее. Вот я сейчас по парку шла, вроде бы обычное утро, ничего такого примечательного, но я иду, солнце мне в глаза как бух, тут какие-то люди, что-то там ветки режут. Запах потрясающий, цветочек, птички поют. И я прям встала и чувствую, что я кайфую. Я себя словила на моменте, что я прям никуда не спешу и хочу насладиться этим моментом. Вот это о том быть здесь и сейчас. Умение наслаждаться в моменте. Конечно, это не всегда происходит. Бывают такие... Вот я вчера рыдала. Я, кто смотрел влог, я рассказывала, что я... Мне как раз вчера запах весны подействовал по-другому. И я скучала по дому, я рыдала. Тоже надо, рыдать надо, радоваться надо. Надо, короче, самое главное, вот эти эмоции, которые внутри, не блокировать, переживать их, Но стараться, видеть и хорошие, не только всякие говняшки. Есть же и хорошие моменты. Говно тоже разное бывает, между прочим. Бывает не очень, а бывает здоровое такое говнище, которое прям иногда нужно нам в жизни, чтобы понять, где мы находимся и зачем все это вообще надо. Ладно, хватит болтать, пойду немножко поучусь на бесполезном курсе. Ну, этот курс, он правда, он ни о чем. Просто вот жалко времени, причем с 9 до 12:30, 3,5 часа зря потрачено времени. Ну, надо, так надо. Пришла Владику обувь посмотреть. Тут нашла себе такие легенькие, не знаю, на лето. Что-то я сомневаюсь, конечно. Владика встретила, оставила, попросила Надежду Ивановну посидеть, а я приехала в магазин. У нас сегодня
11 марта. Такое двоякое у меня чувство. В общем, это тот день, когда мы 2 года назад приехали в Германию к Эбби первый раз в дом. И я даже не знаю, как к этой дате относиться. С одной стороны, я очень благодарна за то, что есть такая возможность. Благодарна Германии прежде всего, конечно же, но больше всего я благодарна Эбби за то, что он нашу семью принял у себя вот так вот, вообще совершенно незнакомых людей, и такое теплое отношение, и все это очень хорошие такие эмоции, эмоции благодарности, теплые чувства. Вот когда мы приехали, я помню, как это все было. Но с другой стороны, это такая дата, которая, наверное, для меня уже... Тогда я еще этого не понимала, сейчас я это понимаю. Это дата, когда закрылась дверь, вот такая вот, знаете, между... Какой-то такой этап в моей жизни закрылся, начинается новый. Но, к сожалению, он был вызван такими... вот этими всеми событиями кровавыми, печальными, ужасными, болезненными. И поэтому, знаете, такое чувство, я не знаю, то есть это не праздник, и это не поминки, это вот какой-то такой день, я даже не могу назвать, охарактеризовать, что мы будем отмечать. В общем, мы устроим сегодня совместный ужин, посидим, повспоминаем, покушаем. Вот. Поэтому я приехала за продуктами. Да, буду сейчас покупать. Понятия не имею, что. Вообще не понимаю, что я хочу готовить, что я буду готовить, что покупать. Сейчас пойду по ходу посмотрю. Может, что-то какие-то скидки есть на какие-то товары. Может, что-нибудь придумаю. Потом вам все-все-все покажу. Посмотрите, какая красота вообще. Блинчики тонюсенькие. Такие ажурненькие. Это Надежда Ивановна напекла много так блинов. Она по блинам вообще мастерица. У нее такие всегда тонкие получаются. Класс. Тоже с маслечком. Владик ест, Владик очень любит. И прям уже таскает. А я под это дело тоже угощусь. Я сейчас, знаете, что сделаю? Я сейчас намажу блин творожным сыром. Положу кусочек лосося. И будет мне вкусно-вкусно. Вот, буквально вот так. Чуть-чуть намазать и маленький кусочек. Сейчас сделаю себе 2, и будет еще много-много раз. И огурчик свежий, обязательно свежий огурчик. Вот такой у меня будет сегодня обед. У меня будет 2 приема пищи. Первый, и потом еще общий ужин. Прям сегодня я обжора. Посмотрите, какая потрясающая радуга. Вам видно? Мне кажется, видно. Боже, класс! Она такая большая. Прям большая-большая дуга. Гляньте, видите? Прям вот так они. Здорово! Красота! Приехали на занятия, да, сына? Сегодня вообще занятия ни к чему. Маме некогда. Но сын святой, что сделаешь? Ждем. Вадик уже разулся. Там у тебя занятия заканчиваются. Видишь, видит мальчик, и пойдешь ты следующий. Развлекаться. Да, будешь развлекаться там. Надо подождать. На занятии побыли мы сколько, Влад? Минут 10. Так сильно начал плакать, такая истерика началась, жутчайшая, что никакие занятия, конечно, продолжать уже никто не мог. Мы поехали домой. А дома, в принципе, ничего. Мама купила Владику новую обувь. Будем мерить, да? Вот, смотрите, какие. Важно мне, чтобы они вот тут дышали, сеточка была. И чтобы они были на липучках. Самое главное. И здесь тоже такая как бы резинка. То есть хорошо ножка входит. Главное, чтобы подошел размер. А так приучить я приучу. Да, Владим? Нравится тебе? Да, пока потрогай их. Потрогай всю обувь. Да. И потом посмотрим уже. Завтра вам расскажу, подойдет или не подошла.
Если что, я так покупаю, оставляю чек, и потом, если что, возвращаю, меняю. И методом проб ошибок пока не найдем нашу подходящую. Ну что, буду приступать к ужину. Я, как всегда, облегчила себе жизнь. Нашла способ и придумала простой вариант ужина, который будет и сытный, и мне меньше-меньше мороки. Я опять запеку картофель дольками. Во-первых, его все любят, и это легко и просто. И запеку мясо, просто порежу, где я, а ну потом покажу. Не вырезку, а вот эту вот, такую с жирненьким часть, как она называется, а шейк. А шейк порежу кусочками с луком, в духовку, под сыром. Всегда беспроигрышный вариант, всегда. И салат, все, фертиш. Все прекрасно все получится. Ну, сейчас закалю волосы, потому что повара должны быть аккуратными. И приступаю к готовке. Смотрите, просто мясо кусками. Добавила соль, паприку, черный перец. Сейчас добавлю лук. Все это буду запекать уже под конец. Притрушу сыром, моцареллкой. Моцарелка. И вкусняшка. Покажи тогда. Два года назад это наша фотография, как мы приехали. Эби без бороды. Хатнихчу. Брат, брат, да, или как? Барт. Она вспомнила. Свояре. Генау, свояре. Ой-ой-ой-ой-ой. Боже, какая толстая, и ты тоже. Я под ныхали. Ой-ой-ой. А где салатничка, Эбби? Внизу. Лена, она ее... Попирайтед капке. А, я Эбби вам готовила, смотрите. Постель, там все полотенца, нас ждал, чтобы нам было комфортно. Я забрала ее туда, наверное. Ну, какую-то маленькую просто возьми, вот там, мама. Хорошо. Мама, я слышу, я смотрю фотографию. Да, да. Ich habe noch mehr, aber wir müssen noch mal schauen, wo. Ничего, бывает. Ja. Morgen, nachher. Spiel, was du willst. Молодец. Давай еще. Еще, давай. Да. Вот, молодец.